Всем привет! Второй раз захожу в эфир. У меня вылетел эфир, потому что села батарейка. Прошу прощения, даже не посмотрела, что у меня уже все так плохо. Вот, сижу теперь вот у розетки. Там на столе нигде не нашла, где протянуть. И у меня с розыгрышем проблема, потому что почему-то Lizzo On Air, которой мы пользуемся уже давно, почему-то не выбирает победителя. Я не знаю, в чем дело, но мне сейчас поможет Матвей, помаши ручкой, выбрать победителя. Просто скажет стоп и все. И куда пальчиком на кого ткну, тот и выиграл. Два приза разыгрываем. Разыгрываю участие в цветочных сетах на стену, которые стартуют 4 января. И участие в вебинаре по созданию розы торшера, роза Шеби Шик. Да, моя новенькая роза, вы все ждали и писали многие о том, что хотите уже этот мастер-класс. По поводу цветочных сетов еще сейчас вкратце расскажу. Я рассказывала в том эфире, но он у меня, к сожалению, не сохранился. Там мы обменялись поздравлениями всех с Новым годом, потому что наверняка новенькие присоединились, да, с Новым годом, с наступившим. По ощущениям, я могу себе сказать, что мне нравится в 2021 году. Начался он прекрасно, замечательно, справили Новый год хорошо. Теперь вкратце расскажу, что разыгрываю еще раз. Да? По цветочным сетам старт 4 января, то есть все, кто в раздумьях был, кто не попал на первые два потока, это будет уже третий поток, все, кто... Все, кому нравится заниматься творчеством, кто хочет попробовать себя в чем-то новом, я вас очень приглашаю. И имейте в виду, да, что подходит для тех, кто с нуля, ну и даже для опытных мастериц, вы однозначно найдете много нового. И позвольте себе в новом году начать обучение платное. Это обмен энергией. Я отдаю очень много энергии на своих обучающих курсах. Девочки, кто у меня проходит обучение, это знают. Ну, взамен, естественно, вы оплачиваете это обучение. Это абсолютно нормально. Вот. И это не просто, знаете, один мастер-класс. Вы будете настолько поражены качеством обучения, что вы мне обязательно даже об этом напишите, потому что так и бывает. Мне пишут, то ли я вообще в шоке. Я как бы слышала, читала хорошие отзывы о твоей школе онлайн, да, что она лучшая в России и вообще во всем мире по большим цветам. Но что до такой степени, все круто. Столько информации, так все разжевано, я даже не предполагала. Вот таких отзывов у меня очень много. И для тех, кто с нуля, почему классно, что есть домашние задания, да, и есть сроки выполнения, и я их проверяю. Я рассказываю, показываю, объясняю, добиваемся вместе с вами, как сделать так, чтобы было действительно красиво. В этом курсе обязательно проходим сочетание цвета, как правильно подбирать, как сочетать разные формы цветов, потому что цветов там очень много. Анемончик, пиончики, георгины двух видов, гортензия, роза на плоском основании, 5 диаметров разных, веточка цветочная, ну там, там полно всего просто, девчат. Там так много всего, что просто... какие-то много листьев разных форм и так далее. Создавать будете картины, можно 3D-картины, можно панно цветочные и так далее. То есть вариаций много. И этот курс даст вам очень мощный старт. Ну просто начните год правильно. Если вы давно хотели себе позволить платное обучение, тем более сейчас скидка на этот курс, да, я сделала скидку, по-моему, 36%, если я не ошибаюсь. Поэтому присоединяйтесь, вам точно понравится. Вот. И общаться будем в закрытом чате, и обучение будет проходить в онлайн-школе, где все удобно. Это действительно профессиональная онлайн-школа, где все уроки разбиты по темам, есть списки материалов, есть выкройки, и есть техническая поддержка менеджеров, есть обратная связь от меня, как главного декоратора моей студии, как от куратора. Но это вам про курс. Ну, а на Шеби Шик, я знаю, что все уже записались, мои старые ученицы, потому что все ждали. По сложности Шеби Шик, ну, в принципе, новичкам тоже можно, да, то есть новичкам можно, даже можете сразу эти два курса оплатить. Вот, смотрите, я разыгрывать буду два приза, и сейчас я... зайду в свой аккаунт с телефона, я буду подгружу просто и попрошу Матвея сказать стоп. Матвей, пока не надо. Так, сейчас переключаю камеру.
Вот под этим прямым эфиром. Сейчас я, Матвей, загружу все сначала, потому что здесь 110 комментариев. Сейчас все прогружу. Не 110, надо выбрать один. Ну, ты не будешь выбирать, ты просто в любое время скажешь стоп, когда они все сейчас прогрузятся, я буду их туда-сюда листать, и тебе скажу, Матвей, говори. И ты через какое-то время, как ты посчитаешь нужным, скажешь стоп. То есть это ты у меня такой счастливый это барабан или рулетка. Вот, вроде бы все подгрузились. Да. В принципе, ты можешь, когда тебе удобно, сказать стоп, я туда-сюда мотаю. Стоп. Опа. Так, вы выиграли участие в цветочных сетах. My set 50. Спасибо за слова мотивации и веру в лучшее. Ох, как они мне нужны. Слушай вас, действительно берешь и тащишь себя за волосы, как Мюнхгаузен. Из плохого в лучшую жизнь. Спасибо за эмоции, идеи, творчество и горящие глаза. Все верно сказали про токсичных людей. В новом году жить по-новому. Пошла писать список того, о чем мечтаю. Боже мой, ну вы прям такой еще отзыв написали. Вот не зря вы выиграли, просто не зря. Спасибо вам большое за такие добрые слова. И спасибо тебе, Матвей, у тебя счастливая, так сказать, рулетка из тебя получилась. Так, я барабан. Еще... Да, барабан, хорошо, пусть будет барабан. Я сейчас еще прокручиваю, тебе скажу, хорошо, так же скажешь. Ладно, договорились? Ага. В принципе, можешь, когда тебе удобно, говорить. Матвей, ты не забыл про нас? Все, стоп. Так. Наталья Кардинал. О, Наталья Кардинал, это моя постоянная ученица. Просто постоянная уже. Я вас поздравляю. Здесь написано на украинском, но написаны добрые слова. Я так, в общем-то, почти все понимаю. Высоких свершений и так далее. Добра, тепла. По-украински не смогу прочитать. Вот. Наталья Кардинал, я вас поздравляю с победой, но, по-моему, вы почти все мои курсы уже оплатили. Вот. Но либо верну деньги за то, что вы оплатили, либо, возможно, вы еще на Шебешик не присоединились. Вот точно не знаю. Но на цветочных сетах, мне кажется, вы у меня уже проходили обучение. Ну что, поздравляю вас, девчат, всех сейчас за скриню записала, если вы вдруг не смотрите эфир. Если смотрите, сообщите, пожалуйста, о том, что вы смотрите, как ощущения. Девочки, спасибо в любом случае за ваши поздравления, за ваши добрые слова. Я всем желаю в новом году, чтобы рядом с вами были люди, которые вас вдохновляют, чтобы ваши родные вас поддерживали в ваших начинаниях. Если даже они не поддерживают, чтобы со временем подтянулись, глядя ваши горящие глаза и ваши счастливые лица, чтобы они захотели видеть их почаще. Потому что, когда женщина занимается любимым делом, она расцветает. Совершенно все по-другому происходит вокруг, и мы видим по-другому. Наша Бешик еще не присоединилась. Все, я вас поздравляю. Вот, значит, вы с нами, ура! Всех поздравляю, девчата, молодцы, что умеете радоваться за других. Это очень... Ой, я счастлива. Я очень рада, Наташа, я очень рада. И у тебя красивые работы, ты меня тоже радуешь своими работами. Так и происходит у нас в онлайн-школе. Девчата создают красивые цветы, присылают мне. А если мне что-то не нравится, я обязательно, обязательно комментирую. Да, и что я могу сказать? Что, конечно, очень многое зависит от нас. Никогда не ждите, что кто-то вас должен обязательно прям замотивировать, подтолкнуть, я не знаю, там, поддержать и сказать, как ты свободен. Видите, как ребенок рад, что он свободен. Вот, поддержать. На самом деле, надо находить в себе силы. И, ну, я рада, что для многих, в том числе я являюсь тем уже близким человеком, как вы мне пишете, которая направляет вас и поддерживает, и мотивирует. Я этому очень-очень рада, и я надеюсь, что в новом году у меня будут на это силы, потому что я от вас получаю тоже энергию, получаю обратную связь, получаю
ту же энергию, да, то, что вы оплачиваете мои курсы. Многие приходят изо дня, из курса в курс, и таким образом для меня подтверждение того, что моя школа лучшая пока. Я надеюсь, она будет лучше и дальше. Тебе спасибо, говорят. Ну что, говори пока-пока. С 2021! Вот. Ладно, мы пошли ужинать. Вот. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет рыбкой дорадо. У нас там папа кашеварит, поэтому мы пошли попробуем его вкусную жареную рыбу. Всех обнимаю, целую. Впереди еще у нас с вами, в общем-то, каникулы, но мы с вами начинаем уже работать. Моя студия начинает работать с 4 января. Также мы отправляем заказы из Олала Бокс и отправлять начинаем заказы из изолон.эва, материала для больших цветов. И также стартует курс «Цветочные сеты на стену». Так что у нас впереди очень много интересного, и скучать нам точно с вами не придется. Пока-пока! До свидания!